Просто офигеть, насколько это классный босс. Всем здорово, ребятки, с вами Витёк, и это снова Антиберс. Давно я в него не играл. Прям аж руки чешутся, знаете, как говорится. Все так же, давай все-таки изучаем монстров, изучаем мобов, поэтому... Нормал. Ну а за кого идти, не знаю, если честно. Вот Айзек на меня смотрит, прям говорит: Витя, сходи за меня, пожалуйста, пожалуйста, сходи за меня. Ну ладно, пошли. Слышите, когда монстры заморожены, их можно пнуть, подойти к ним впритык. И музыку, старые, арми, ячки, анды, ланярды. Когда монстры заморожены, их можно пнуть, подойти и пнуть. И кто? Атакующая муха. Ну-ка, сейчас глянем, что здесь. Здесь пару... Огреб, да, такую пощечину? О! Так. Так. Так, смотри, еще один золотой сразу. Да как так-то? Ну шо ж... Я не знаю, такие пощечины хлепаю. Ручка слива аппарата. Ну, прям даже не знаю, если честно. Даешь бомбу, ребят? Не, не даешь. А вы? У вас есть бомбы? Есть. Так, возвращаемся. Проходим дальше. Ну-ка, 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 ну-ка. Еще хороший камень. У меня бомб столько нету, сколько здесь хороших камней лежит. Но за ключик спасибо. Так, боссы. Ой, какой босс. Какой босс, такой заброс. Так, мухи, перестаньте. Перестаньте это делать. Я же не успею к нему подбежать, да? Он меня заэйкает. О, я его в камень заэйкал, и все. Так, кубик мяса возьмем, орбиталки нам нужны. А, вот сейчас пойдем рерольним ручку, посмотрим, что она даст. Может, там что-то будет, типа, много бомб. Псих бренд. Ну, в принципе, более-менее что-то хоть. Так, эти пауки-прыгуки, черт побери, если стреляют, как я не знаю кто. Вылезай оттуда, давай. Вот он извергается. Ох, хоть бомбу дал, молодец. Спасибо. Теперь будет куда ее применить. Давай, сейчас пойдем эту бомбочку. Так. Так, стоп, погоди, а там... Ну ладно, явольская сделка будет, конечно же. Ну пофиг. Взрывай. Как поставить сглаживание пикселей? В настройках там есть. Смотри. Джемини. Здорово, как дела? Можно я буду тебя убивать? А, ты еще и стреляешься, да? Ну ты какой. Коп, завалил. Так, этот теперь стреляться перестал. Но он как красная ядреная собака на меня нападает. Тихо, 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 держи дистанцию от меня. Так, зеленый шприц. Зеленый шприц. Ну, в любом случае, давайте возьмем. Довольно-таки неплохая штука. Вавилонская блуданица. Скорее нет, чем да. Да, поехали. Поехали сразу. 100 рублей от кто-то. Музыка Сайонара Максел. Мегалования Дуал. Ремикс. ПС от Мегалования Дуал Ремикс. Так, от маготиков, личинок, или как там их, пиявки. Называть как хотите. Так, ты умирать будешь? Нет. Так, этот готов. Так, что с повреждениями? 15...
Ой, 5 и 19 плюс психфренд. Ой, вот эти хорошо так взрываются сильно, мне не нравится. Давай, 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 издалека сейчас зашикаем. Засада наверняка будет. Всплывают все. Так, я заметил, что вот когда вот после этих чуваков, почему-то засада всплывает постоянно. Не, его этот раз не было. Трэш полный. Надо реролить. Вот здесь будет засада, наверное. Уж слишком мало. Ну, точняк. Слишком мало врагов, я же сказал. Надо больше врагов. Так, реролим. И забыл нажать F7. Ну, в принципе, я же понимаю, что я подбираю. М-да. Постоянная трава. Тоже, если честно, не сильно камильфо. Думаю, нифига себе. Ого, а что-то у него в голове торчит, ребят. О, они пиявнутые. Видимо, айзеки, в которых, к которым присосались пиявки. Сколько у вас здесь? О, неплохо. Давай, сразу рерольчик. Ведь это было ДД. Хорошо. Ха, все знания. Давай, все знания. Давай, все знания. Черт побери, все знания есть, бомб нету. Я вернулся, кричит человек. Я счастлив, что ты вернулся. Мы все счастливы. Уходи. Давай, 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 заливай их там всех. Айзек, работай. О! Есть бомба номер раз. Так, ключик, хорош. Ключик найден. Ну, что-то рядом с боссом всегда бывает, или не всегда. Так, пошли в обычную секретку. Мне кажется, обычная секретка Максим лучше. Поддержал на 1 рубль со словами языка 7-6. А, это 100 рублей, а не 1 рубль. Не смеши меня. Так, а вот теперь еще больше бомб появилось. Ладно, пошли в суперсекретку. Ох, тут как бы... Против вот этой двери сразу будет. Ох, ё! Прикинь, я взрываю суперсекретку, и тут ван дам врывается. Блазер, подчеркивание, поддержал на 1000 рублей со словами. С наступающим, Витёк, точка, 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 песню не нужно, если только на свой вкус. Спасибо. Ёлы-палы, сколько рерола. Паралич, нет, это нам не надо. Тирсап, замечательно, два тирсапа прям лежит. И Pulse of Steel еще сверху. Ёлки-палки, какая классная секретка-то попалась нам, а. Прям приятно. Ну, го к боссу. Билл Зиблуп. Ну, в принципе, несложный босс. Уходи, маготик. Это вам не взрывной мужик на тачанке, который... Он, правда, в тихо, он, правда, в кейсах. А этот всего лишь в канализации. А, так, а что бомбы-то? С бомбами проблема, да? Как-то я с бомбами. Ладно, давай возьмем. Бомбу еще можно найти, давайте. Две бомбы надо, оказывается. Я забыл про это, если честно, забыл про две бомбы. Зато стреляю, как пулеметчик. Пошли бомбы искать. Ру, ребята. Как же за... Мана, да? Смотрите, а я бомбы нашел в большом количестве. Ой, бомб. Слезы нашел в большом количестве. В два раза скорость выстрелов увеличилась. Вот и бомба пришла. Видите, ничего страшного. Ой, сердечко мне не нужно. Я не думаю, что мы пойдем в большую комнату. Там магазин, а... У меня просто денег нет, так что... Бессмысленная будет движуха. Пошли тогда взрывать в кейвс. Пошли, пошли. Давай. Давай, гоу, 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 кейвс. Кейвс, йоу. Заходим в шахты. Блин, хороший камень. Ну ладно, бомб нету. Уже не пойду в ту сторону. Так, шахты.
Длинные шахты. Какой-то босс большой будет. Не надо на меня пауками плеваться. Ну, налево я не пойду. Там кто-то не очень интересный. Так, это скоростное мясо, я помню. От него надо уходить по странным траекториям. Хороший камень, кстати. Ё-моё. Зеленая таблетка должна выронить. Давай, выходи. Угу. Слушай, это же тирсап. У-ху-ху. А, он уже не работает, мне максимум. Так, бомбы нужны. А вот и бомбы, но их нельзя перенести на тот уровень. Они только на этом уровне работают. Я не могу с этой бомбой выйти. Так, какой-то... Ух, черт, ну зафига я это потушил. Какой-то перчик, ребят. Что это этот перчик? Кто-нибудь в курсе? Надо посмотреть Википедию. Периодически из меня будет огонек выскакивать. Слушай, ну это круто. Мне кажется, это круто. Во. Меня не бьет. А монстры, которые наступают на огонек, будут страдать. You will suffer. You shall suffer. Не, классная штука, мне кажется. Погнали. Черт побери, нифига себе, монстры какие-то, первый раз вижу. Жесть, тут всю карту разнесли мне. Какое-то, это же говно каменное. Ребята, это каменное говно было. Вот так вот. Самое каменное, мать его, говно. Охренеть, что тут происходит, а? Фух. Так, бомбы, правда, нужны опять. Не, неплохо сгорают, неплохо, неплохо, да. Так, а где, кстати, комната-то будет с кнопками, я не понял. О, ёлки-палки! Жесть, кто это понастроил, а? Убейся. А, секретка, где бесконечная бомба. Действительно, что-то как-то я не подумал об этом. Спасибо за подсказку. Так, здесь просто денежки. Был бы это синий огонек, это было бы круче. Потому что синий огонек очень сильно бьет. Так, подскажите мне, пожалуйста, почему я не нашел здесь... Почему я здесь не нашел... комнаты, которые... Это что за жопа гигантская? 150 рублей от F9 еще ДТ в честь наступающего. Охренеть, это какая-то базука летающая. Реально это жопа, смотрите, она такая... Офигеть. Реально жопа. Видели, она жопу выставляет, пиджи и стреляет. Спасибо за донат. Спасибо. Так, теперь вопрос. Хороший камень? Или все-таки секретка? Кнопки будут на следующем этаже, подсказывают. Ага, все понял. Ну, в принципе, из хорошего камня, скорее всего, то же самое выпало бы. Ладно, пошли к боссу. Грейт Гидеон. Великий Гидеон какой-то. И что-то я не понял, как мне его подбомбить. Жесть, что происходит-то? Ад какой-то разверзся. Как его убивать-то? Я под него... Такое ощущение, как будто я должен убивать монстров, тогда я пройду.
Ой, что-то сейчас будет. Что-то летит. Как его подрывать-то, ребят? Походу, его все-таки монстров убивать надо, да? А он просто создает неизгладимое впечатление. Я понял. Ну, типа арена какая-то. Босс-арена. Да, смотрите, с каждым появлением новой партии боссов у него энергия кончается. А! Черт, что же так появляетесь? Страшно. Черт, мочи! Давай! Чего сердечко с него выпало? Ну, жалко, что не открылось никакой комнаты дополнительной. Это я реролину. Ключи. Ладно, пусть будут ключи. Пошли в магазин, сходим, наверное, да? Давайте к мегабоссу, к микробоссу сходим, точнее говоря. Прайд. Ты кто тут у нас? Эти у нас тут Прайд. Lovers. Там угрозы уже пошли, видите, читай или отписка, или дизлайк. Прям вообще. Ой, я, кстати, узнал, что это за штука. Вот это вот. Она эффект заставляет работать эффект повреждений, но при этом на сама повреждение не наносит. То есть она прикольная на самом деле. Так, что тут у нас? Ну, бомбы нету, к сожалению. Можно, конечно, батарейку... Ну, смысла батарейку брать нету. Потому что я уже подобрал артефакт. Так бы мог бы, конечно, еще реролльнуть, ну ладно. Поехали. Нам вниз. На следующий этаж. Шахт. Шахты 2. Здорово, парни. Как жизнь? Можно я вас подожгу? Так, снова... А, нет, погоди, это библиотека. У-у-у, какая щедрая библиотека-то, а? Что это за книжка такая, как с красной капелькой? Такой не было раньше. Слушайте, а если перерулить библиотеку? Только надо тогда там 4 ключа слить. Это что такое за кнопка? Пынькалюха. Стоять бояться. Так, сюда меня не пустят. Как вы считаете, стоит вообще поролять библиотеку? Ё-моё, прячься! О, смотри, летучие мыши, оказывается, просто сдувают. А, они дезориентируют, и я... Все, я понял, у меня направление движения неправильно становится. Не туда начинаю бегать. Это кто такие? Жопы какие-то летают. А, бомби! Черт, побери. Сейчас все взорвется. Убивай жопу, жопу убивай. О, черт. Хрен на себе. Вот это трэш. В библиотеке только книги до тех пор, пока ты все книги не переролишь. Так, Витя, если будет босс на вагонетке, пощади его, это как? Ладно, пойдемки лучше рерол оставим на вон золотую комнату, на следующую уже. О, это пауки, которые разряд дают. У которых недержание, да. Так, какая-то цистерна, ребят, зеленая. Так, пойду посмотрю, что это такое. Протекшая цистерна. 100 рублей, Акрот, привет. Понял, это рескин. Песня «Мы любим буги-вуги» группы «Секрет». Это рескин, тогда нет.
Песня. Хороший камень вижу. Так, когда ее натянуться-то? Черт, фига себе, что так страшно-то? Ну, пока странно, ладно. Поехали. Какая-то очень странная бомба была. О, жадный. Как ты засранец жадный, а? Я, значит, не успел появиться, а ты вот как меня, значит, встречаешь, да? Сгори там в огне. Ну или там. Хе-хе-хе. Пошел и сгорел. Молодец. Так, здесь у нас секретенько, да? Давай, вскрываем. Витя пишут, Витя, так, слушаю вас. Продолжаем наше движение. Так, что там говорили по поводу, если будет босс на тачанках, что с ним надо сделать? Опять тирса. Ты смотри. Водаю. Кроты. Еще и вышли туча. О, был в большом количестве выше. Так, где-то должен быть... Ёлы-палы, он еще и синий. Ох, господи, боже мой, зенитка. Черт побери, сколько здесь синих... Хороших... Хороших, прихороших синеньких сердечек я оставляю сколько. После того, как у босса пропадает вагонетка, просто не трогай его, плюс 100 к ангелу дают. Понял тебя. Вот оно. Так, смотрите, нажимаем так. Там, где сначала один камушек. Здесь. Потом, где два камушка. Потом, где три камушка. Потом, где четыре. Да, детка. Дю-дю-дю-дю-дю-дю. О, я при ключах. Фух, ну чё, к боссу уж. Надеюсь, смогу справиться с большим количеством сердец теперь. Какой-то рип-крип, ребят. Я его, кажется, видел, да, уже? Ой, сейчас что-то будет. О, паука сплодил. Тихо, перестань это делать. Ё-моё. На тебе огня туда сейчас наклюю. Гори там в огне, гад. Так, он что-то поменял эту зенитку на какую-то другую. Умрите. Так, он теперь генерирует, я так понимаю, просто самонит кучу пауков. Давай, пали. Так, третья. Третья зенитка пошла. Ёлки-палки, он камни кидает с неба. А, это паучки будут, я понял. О-хоу! А, падла еще шатается в разные стороны. А! Прям вратан. Догфуд. Нет. Погоди. А, ладно, пошли. Да. Ну что, этого тоже надо взрывать, да? Давай. Воу! Я сегодня буду убивать всех. Всех, кого встречу. Буду безбожно мочить. Повреждений бы мне, а? И побольше. А, уйди от меня. Чё-то пристал вообще. Умри лучше где-нибудь на кострах. Интересно, у костров дамаг зависит от моего повреждения? Если да, то это очень круто, блин. Надо повреждение растить, значит. Все, слит. Жалко, конечно, арта никакого не было. Так, догфуд. Ну, явно нам не нужен. Ну, это хоть какой-то дамаг. Так, дальше. Нам нужно сюда два сердца задонатить. Тихо, не беги сразу туда. Мы сейчас себе восстановим все сердца, которые потратили.
Где-то у нас тут сердец валом. Где-то еще было сердце. Ага. Я забыл про эту штуку. Ну, в принципе, рулить я это больше не могу. Если только в аркаде не стоит аппарат, который заряжает энергией. Ну, давай попробуем. А вот здесь, значит, кто-то донатер. Нет, в аркаде такого аппарата не стоит. Ну, значит, го. Берем, что есть. Да, Витек читает YouTube. Все, уезжаем отсюда. Чуть не прыгнул в дырку. Мавзолей. Ведь магаз-батарейка. Сам ты магаз-батарейка. В магазе грид был. Там нету батарейки. Так, зато мы видим весь мавзолей. Что есть приятно. Так, нам опять не хватает с вами батареи. Ой, бомб. Смотрите, сколько здесь секреток. Здесь три секретки почему-то. Это что за прикол такой? Насчет трех секреток. Интересно, девки пляшут. Ну пошли сначала к боссу сходим. Или куда? Или к золотой комнате. Да ладно, вот так вот просто. Батарейка. Хороший камень там внизу. Так, какой-то мозг прыгающий. Я уже забыл, что от него ждать, если честно. Но он просто попрыгал и ушел. Так, жук. Жук это очень быстрый, насколько я помню. Он чаржится очень сильно. А! Думал уже все. Молился. Так, кто здесь? Золотой сундук. Просто. Не знаю, не знаю, нет. Тихо, тихо, тихо. Че такие дерзкие-то? Че в таком количестве-то развелись здесь? Вас убить. Реально слишком много. Это что такое? Жеваная ручка. Она протекает, написано. Это триничка. Сейчас изучу. Жеваная ручка. О, прикольно. Выстрелы имеют шанс, значит, задержать. Ну, приостановить немножко врагов. Да ладно. О, нож. Блин, может токсичную ауру взять? Ну нафиг этот нож. Ребят, что лучше? А я возьму токсичную ауру. Вот, вот возьму ее. Не знаю. Буду применять. Здесь очень много преград всяких. Хотя нож тоже через преграды пролетает. Мне кажется... Мне больше профита будет все-таки с ней. Так, 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 тихо. Тихо. Это те чуваки, которых надо пройти незаметно, да? Стоп. А нафига мне это делать? Нафига мне еще в... А, в портал, если пойти, я в секретку попаду. Я до сих пор бомб не нашел. Тихо, я боюсь эту кнопку. А, ненормально все. Кнопка специально, чтобы разбудить мышей. Я понял. Выходите. Выходите по одному. Мне кажется, я не прогадал, что я взял эту штуку. Тихо. Ложись. Блин, лучше бомба золотая выпала, честное слово, а. Ёлы-палы. Лес густой. Так, Витек, не болей, Вити ножом управлять не умеет. Так, ведь теперь тебе надо быть очень аккуратным с третьей загадкой, ибо у тебя лук. Лук? Какой лук? А, ты имеешь в виду... Не понял, что за лук. Мне бы ее найти сначала, эту третью загадку. А как это пройти-то, я не пойму. Они издеваются? Наискосяк?
наискосяк пройти? Ёлки-палки, лес густой. Мне туда надо вообще, ребят. Ладно, здесь справился. Надо же. Ой, куда я попал? А, неплохой вариант. Так, это выход, да, обратно? Я так понимаю. Ёлки-палки, это что это за мега-костлёвый чувак-то? Первый раз увидел, ни хрена себе греб. Вот чертяка. Мозг, 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 уходи. А, портал. Нифига себе, это что такое за чертовщина была? Я вообще манал. А что, магазин есть? Магазин. Не, я тебя не буду тратить тут. Так, давай-ка, парень, сгенерируй нам пару сердец зеленых. Синих. Тебе, говорит, не надо туда. Не надо? Ну тогда давай сваливать отсюда. Давай уедем отсюда. Хорошо. Я так понимаю, ключ будет на следующей карте. Так что... У нас там еще синее сердце есть, кстати. О, а здесь хороший камень и сразу и доступ, куда я хочу. Так, грид. Очередной грид. Хорошо, встал. 25 денег. Слушай, ну сейчас в магазин зайдем, надеюсь, там можно будет что-то прикупить. Я, наверное, даже деньги возьму, да? Я, наверное, даже деньги возьму. Прикольный уровень. Сейчас он как развернется неожиданно. Действительно. Нужно прям за ним идти, да? О, нормально, не заметили. Стоять, вон тут с глазом вообще адский парень, я помню. А-а-а, кто его освободил? Умри, 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 умри. А-а-а! Черт, побери, а. Черт. Ой, а что сюда поперся этот кусачек комната? Все. О, ну здесь хотя бы бомбу дали. Эй, парни. Атас, что творим? Почему я дамажусь постоянно? Я не понял, почему я постоянно дамажился. Так, эти мозги. Опять эти мозги. Еще деньги. Энерджи. Фух, так. Значит, что? Спасибо. Значит, ничего. И здесь ничего. Так, надо, наверное, сходить все-таки за серыми сердцами. Я так понимаю, можно, чтобы эти спрокнули, сорали на меня, да? А ему пофиг на меня. И мне на них пофиг тогда. Такая спокойная, размеренная музыка. Так, если что, здесь еще энергия есть. Так, значит, что? Босс? Еретик, блин, не видел такого, не знаю. Это что происходит? Ребята, кто-то, они вызывают какого-то чувака? Ёшкин-кошкин! Твою. Порнография какая-то. Сейчас как рыгнет в меня. О, он летать умеет! Тварь.
Черт! Он рандомом бьет или как? Черт! Опять полетел! Я понял, он просто меняет траекторию. Что за костры он самонит? Уже не узнаем. Ай! Гад, под конец-таки поднасрал. Так, какая-то новая медалька, что ли? Давай посмотрим. Так, написано, что когда подбирается этот артефакт... Оу! Преданный Ансап поддержал на 250 рублей со словами: «Заждались уже секату. По мне, антирождение. Лучшее, что было с этой игрой. С наступающим, да уж. Кумир молодежи. Твои стримы самые ламповые». Ой, спасибо. В общем, этот артефакт увеличивает на единичку самый слабый стат. Но так как самый слабый стат это у меня вот как скорость полета пули, то сами понимаете, это нафиг не сдалось. Трусы тоже не очень нужны. Пожрать. Пластырь. Издевается. Корона. Уж лучше стат бы поднял бы тогда. Ну кто же знал, что настолько все упорото. Такой набор отвратительнейших просто. Он перебрал вариантов. Сначала подумал, что хороший камень, но потом понял, что нет. Это не он. Ладно. Фиг с ним. Было бы прикольно, конечно, увидеть там какой-нибудь грибочек. Ну... пока что справляемся. Ну уже. Воу, что-то новенькое, ребята. Утыканная шипами голова. Лицо, точнее говоря. Так, такое ощущение, что тут опять-таки какой-то рескин. Потому что я не... а, не нашел. Вудхед. О как! А, значит, этот артефакт имеет шанс соспаунить дополнительную проклятую комнату на этаже. Прикольненько. А, куда уж меньше-то? И так стреляю, как я не знаю кто. Шот спиддаун очередной. Жесть. Ладно, поехали. Я знаю, что не надо тушить в комнате с кострами, ребят, я в курсе. Так, ну ключи вроде есть. Давай зайдем. Шестерка, ребят. Шестерка. Ёлки-палки. В общем, это, ребята, глобальный рерол. Рерол меня, рерол того, что лежит на этаже. Тотальный глобальный рерол. Я, если честно, боюсь. Так. Не понял. Какая-то интересная комната. Я в курсе, что в комнате с кучей костров тушить не надо. Спасибо за то, что вы переживаете. Мне кажется, у меня уже минимальная скорость полета пули, поэтому у меня даже не уменьшилась она. А опять эти башни пошли. Но у меня хотя бы сквозной пролет есть. Чего от этого ждать-то? А, он сдох быстрее, чем я подумал. Что от него ждать? Сраный червь. Все-таки подпалил мне пукан. Тык. Да елки-палки. Хорош. Перестаньте это делать. Есть. Ну, отстой.
здесь хотя бы дамаг есть. Давай берем. Уж наконец-то. Уж где-то дэмэдж-то мы должны найти. Хотя бы в магазине подберем, ребят. Так, что от них ждать? А, эти, которые разваливаются, намного чувачков. Ай, магазинов нету, нету магазинов. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Ой, магазинов костров. Ой, черт! Побери. Спасибо тебе, спасибо тебе, друг. Не, хорошо, что я его взял, а. Я, наверное, без него уже слился. Я ж такой ракал. Что будет, если потушить? Там нужно правильно потушить. О, о, хороший камень, кстати. Что-то я его не узрел сразу. Прекратите спамить, когда достать третью часть ножа, да, видите? О, много костров, ребят. Я нашел много костров. Видимо, это оно. А, так, теперь нужно найти комнату, чтобы показало нам подобие, чего мы должны собрать. Жесть, там рвет прям. Умри там, на той стороне. Вот, спасибо за бомбочку. Взрывай. Взрывай номер два. Ух ты ж, детка. Взрывай номер три. Нет, к этому я был не готов. Вот эту штуку бы взорвать еще. Даст нам больше шансов в сделке. Ёлы-палы, ни хрена себе, сколько у вас здесь, умрите все. Изыдите из этой комнаты. Пацаны, мозги, давайте, умирайте. Ты меня балуешь, мой маленький черненький дружок. Ты топ-1 в разделе, набирающей популярность в трансляции. С ума сойти, спасибо, ребят. О, наконец-то я что-то выбил крутое, ребята, даблшот. В два раза больше повреждений, в два раза больше огня, в два раза больше всего. О, классно, горите. Ну, хоть какой-то я хороший арт нашел. О, нет, жучок не надо, спасибо. Так, теперь вниз взрываем. О, парень, у тебя сейчас работы будет. Давай, давай, работай, 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 молодец. А теперь выходим, и ты делаешь немного сердечек. Ты молодец, ты мой, опять сердечек наклепал. Вообще, от души постарался, чувачок. И чё? Это типа для тех, у кого полет есть, я понял. Так, стоп, а что это я к боссу уже пришел, это не то. Мне не к боссу надо. Ну ладно, прочистили все. Так, все, теперь возвращаемся. И нам нужно телепортироваться на ту сторону, чтобы узнать паттерн, как тушить огни. Да, к сожалению, это будет тяжело сделать. У меня теперь такой выстрел бешеный. Сейчас, так, как к вам пройти-то? Я так и не понял, погоди. А как туда телепортнуться? Чё-то я не понял, ребят, как туда попасть-то вообще? Может, карту открыть надо? А. Понял. Да, сюда только с полетом оказывается. Так, главное случайно не выйти. 100 рублей от преданной Анса обводил сидечко на елку. Чего-чего, преданный Ансап? Кто такой преданный Ансап?
Так, наверное, вон та комната, которая слева будет у нас показателем, как надо делать. Ух, как они нарванули, классно, а? По красоте. Так, стоп. Ой, я куда... О, парни, давай. Все вместе там сложились, да? Да, молодцы, давай, где ты? Выходи. Выходи, засранец, убийца. Убийцы, выходи. Богатые убийцы у нас. Так, а я куда? Я пошел за секреткой, видимо, да? Зачет. Ключ за бомбу. Не, не надо. Ключи вроде бы есть. Нет, это не то, что нам нужно. Странные черви. Ладно. Пошли смотреть, как нам все-таки открыть. А я хочу вот на Средний островок попасть. Йо! Ну что, тут прям запоминать надо. Зарисовывать можно даже сказать. Вот рисунок. Вон они, точечки там есть. Так, проверяем. Не горит, не горит, не горит. Раз, два, три, четыре, пять. А здесь раз, два, три, четыре. Ну, вроде бы все нормально. Ну, пошли попробуем. Тяжело, конечно, это будет. Хотя я не думаю, что тяжело. Можно будет все время отворачиваться в сторону от, как говорится, других костров. Возвращаемся на основную карту и бежим. Так, кстати, я... 100 рублей, человечек, привет, Витя. Как дела? С наступающим тебя. Я спасибо. Сейчас сделал новогоднее печенье с мамой. Здорово. Так, а значит что, вот это надо потушить справа. Так, вот этот вот направо. Так, вот эти вот все три налево. Так, вон те два верхних. Ух ты ж, нифига себе. Щедро. Так, здесь все. Здесь... Вот этот вот. Вот этот вот. Вот эти вот два. И верхние два. Да! Ребята, я сделал это. Ух. Я собрал ножик. О! Он еще и летает. Приколись. Так, ну не знаю, зачем мне это белое сердце нужно. Давай возьмем. Immortal Heart, так называемый. Так, давай вот этого парня все-таки взорвем. Увеличим вероятность того, что у нас будет сделка. Пошли к боссу. Блин, круто. Круто, ребята, я все. Так, как бы в следующий прохождение уже не надо будет это дело все открывать. То есть уже запчасти будут лежать. Го. Мама, привет, как дела? Она жадская мама, я помню. О, да-да-да, вот такая вот она. Она не просто мама, она мега-мама. 100 рублей от преданца 29-30. Папа и мама водят детишек на утренник. А ты? Да. А я не водил, у меня жена сегодня водила. Ух, шмайзик. Жалко, что все сердца там остались. Ну ладно. Так, ребят, вверх-вниз куда? Решайте. Не, сейчас сходим. Я имею в виду, полароид брать или нет. Сейчас будешь кипятком ссать от нового контента. Вверх, вниз, вверх, вверх. 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 В общем, вверх. Давай вверх.
Так, кто у нас тут? Спасибо. Уходите, бомбы. Бум. Тик, ну давай, открывайся. Мамино сердце. Уже сразу? Она тоже какое-то модифицированное наверняка, да? Ай, ну как ты попал-то по мне? Во-во-во-во, что за пляски? Сердце, перестань. Гаси, Витя, гаси, пока можешь. Пока не понимаешь, что происходит. И чё? Блуп. Выходить, что ли, обратно? Я не вижу других дырок. Видимо, обратно выходить. Ой. На меня мухи наступают. Офигеть, блин! Супер! Я от экстаза сейчас просто... Куда я попал? Я какие-то штуки открыл. Корпс 1, ребята, я в каком-то трупе. Я в трупе. Ну, видимо, это типа Утера, да, или Вомба. Типа Утробы. Черт. Да, и повреждения здесь максимально идут. Так. Блин, две кусачки. Сработал артефакт, кстати, смотрите, видите? Ну, в одну я смогу попасть на халяву. Это приятно. Эй, ты кто такая? Такая штука сейчас взрываться будет, я помню. Блин, нагнетает так еще. Ребят, что с этим сердцем не так? 100 рублей от Андрея. Витя, поздравляю с наступающим новым годом. Спасибо. Очень люблю зависать на твоих стримах. Желаю тебе всего крутого в новом году. Спасибо. Давай возьмем. О, у меня сердечко стало каким-то частично черненьким. Я не знаю, что это значит, ребят. Ой, не дотянул. А, не, нормально дотянул. Ребят, что это значит, когда сердечко частично черненькое? С чем это едят? Так, ну это легкие парни. Хорошие камни, где вы? Так, это самое мерзкое... Так, Витёк никогда не прочтет мой коммент. Вы бы уж написали, с чем едят такие сердечки. Ёлы-пал, сейчас что, взрываться будет наверняка. Фига себе, пердануло. Чё это? Я теперь пройти не могу или как? Мухи-мухи и давухи. Я как дышу-то вообще? Прикольный такой вздох и... Я так понимаю, это какая-то трава. Чё в ней происходит, я не знаю, не хочу проверять. Так, здесь еще есть игральная комната, опять кубик. Кубик единичка. Реролит все твои айтемы. Что-то мне повезло, ребят, сегодня с моим личным реролом. Я, наверное, все-таки не готов. Я доволен тем, что у меня есть, вполне. Конечно, маленькие повреждения, никакой имбы нет, как обычно. Всегда выбрасывается полностью, не влияет на сделки, спавнит мух. Что значит не влияет на сделки? Много ли мух спавнит? Сразу много вопросов у меня к тебе появилось. Лжет. Даймонд. 90 денег. Хорошо. The World. Это ненужная мне карта. У меня и так она постоянно активирована, считай. Воу.
Готовься морально, сейчас будет витнес. Тогда хардс возьмем. Это что такое за пилюля с непонятной... Че, это монета? Это какая-то тренька новая, да? Электрическое пение. Когда вы поднимаете монетку, у вас есть шанс зарядить ваш артефакт или... Ну, типа, одну панельку поднять. Это соска какая-то. Тоже что-то новенькое. О! Эффект, базируемый... эффект, базирующийся на слезах, имеет шанс сработать чаще. То есть у меня чаще огонек будет вылетать, я так понимаю. Lovers. Вот этого я ждал. Вот этого я и ждал. Хотя Lovers подойдет тоже. Черт, побери, не притягивают. Но не дамажат, кстати. Притягивают, но не дамажат. Да, вы посмотрите, сколько из меня теперь костра льется. Ну что, оно там, да? Оно там будет? Черт. Во. А, нет, это какой-то Ротгуд, ребят. Фух. О, как я жгу его. Как я его поливаю просто, прожег насквозь всего. Эй, он меня засасывает, ребят. Что делать? Прыгнуть в него, что ли, надо? А-а-а! Это что такое? Вторая часть босса, что ли? Вот это новости. Кто это придумал? Памятник поставьте ему. Трышка. Так, сейчас еще третья какая-нибудь часть будет наверняка, да? Ну, точняк. Ёлы-палы. Смотрите, у меня слезы падают вниз. Взлетают вверх, падают вниз. Офигеть. Просто офигеть, насколько это классный босс. Ну жесть, ну почему настолько крутых боссов не было в Айзеке? Супер, просто супер. Так, давай теперь нам и Lovers пригодится. Чего мне дал? Так, это пени, которая... Ух ты, это круто. Это еще круче, наверное. Это еще круче, чем костражерка. Или нет? Костросерка все равно больше костров делает, по-моему. Хотя не факт. Не, лучше кенсер взять. Так. Мы почти фулл хп, ребят. Я пока не заряжусь по полной, я отсюда не выйду. Я не думаю, что какой-то есть... Какая-то тринька есть лучше, чем та, которую я сейчас взял. Но я проверю, что это такое сейчас выпало. Цветочек. Миосотис. Блин, тоже классная тема. Все пикапы, которые остались на этом этаже, появятся на следующем этаже в стартовой комнате. Тоже очень круто. Я бы даже артефакт такой делал, а не такую штуку. Так, ладно, силу брать. Давай силу возьмем лучше, повреждение все-таки. Ого! Стоп. Тут еще артефакт лежит. Но он мне ничего не прибавит, насколько я понимаю. Поэтому его надо рерулить. А вот это мне полезно. Хоть скорость увеличу чуть-чуть выстрела, хотя как-то они не увеличились. Ладно, поехали. Корпс 2. Можно было, кстати, еще сходить в это в
кусачью комнату. Я что-то как-то уже совсем расслабился. Я понял, вот этих парней валим. Тыж. О! Слушайте, мы тут зарядиться сможем солидно с вами. Хорошо. Ёлки-палки, что это такое за девайс-то? Взрывай дырочку. О, говорит, Тарантино стримит. Ну, ты вот прям не оригинален, что ж, до нельзя. Го дальше. Ну, это легкие парни, что они здесь забыли. Прикинь, оно прям прыгнуло на меня. Черт, сколько здесь личинок. То есть они со временем вырастают в больших. Кушай, парень, кушай. А я все забываю, что они просто притягивают. Вот это плохо. А, какая плохая комната. Очень плохая музыка. Сразу вспоминается. Готово. Взрывай! Так, что здесь? Ничего. А где-то рядом уже босс, ребят. Я чую его. Что здесь? Что это такое там набухает? Ёлки-палки. Инфестейшн, ребята, заражение. Ну, как-то легко, если честно. Вот прям вообще легко идется. Монстры все слабые какие-то. Не, это мне уже не понадобится. Фух, так, что, вот здесь вот будет мега-мега-мега босс? Нет? Да? Наверное. Какой еще вариант ответа? Пошли в кусачью комнату заскочим. Хотя... Что мне это даст? Ну нафиг, поехали. А, не. О, ты смотри, вот сейчас мне пригодится мой рерол. Любитель какаш, это что-то новенькое. И Десто, конечно, вот реролить мне игра сегодня предложила очень много раз. Так, что это такое за новый артефакт такой? Стичес называется. Ну, не, мне это не надо. В общем, летает фигулька такая, просто отражается от стены. Когда я, он еще в руки берется, я так понимаю, когда я прожимаю пробел, меняюсь местами с фигуркой. Ну, в общем, это для трускиловых пацанов. Рерол. Так, есть дамаг. Это хорошо. Остальное, в принципе, надо рерулить. Поехали. О, сейчас мы тут побегаем, чувствую. Так, во-первых, у нас где-то батарейка была. Жалко, что у меня нету. А, погоди, я же могу оверзаряд сделать. Я же могу сделать оверзаряд. Вот этот аппарат позволяет делать перезарядку. Оп. Мне везет, кстати, аппарат обычно не так легко заряжает. Где ты смотришь, что дает? Я на одном сайте всегда смотрю. Называется platinumgod.co.uk. Что-то там как-то так. Так. КП, скорость. Нужна ли скорость на том боссе? Ну, я не знаю. Давайте возьмем. На всякий пожарный перестрахуемся. Болтик. Если честно, уже просто лень бегать, поэтому возьму и болтик, и хренолтик. Конечно, мне особо это сильно ничего не даст. Просто лень бегать. Поехали вниз. The Witness. Вот оно. О, черт! А че такой маленький? О, господи, боже мой! Че, она за мной гоняется, что ли? Черви. А, черти! Ж... А!
Что происходит, люди? Спасите, помогите, я ничего не понимаю. Надо ее убить просто. О, ножик какой-то. Офигеть, Bullet Hell, просто мочи ее, просто, видите, мочи и все. Но это наверняка только... О, еще одна! Давай, давай, гаси, гаси, пока дамаг есть. Гаси. Я просто ее должен завалить с количеством. Такое все мелкое. Что, еще? Что, все? Что за звук страшный? И куда? Что делать-то, ребят? Мне что-то забагалось или что? Я что-то сломал? Куда деться-то? В середине выход? Прям под ней, что ли? Ну это гениально. Ладно, давайте выйдем. И зайдем. Так, мясной. Якоб открыт. А, мне засчитали прохождение уже. Пустую бумажку открыл, челлендж 9. А если я continue нажму? Ага, все, все в порядке, ребят. Смотрите, вернули меня обратно. И здесь есть сундучок. Очень интересно. Прикиньте. И сейчас заново. А, нет. Нет. О, как интересно реализовано. Наконец-то. Это я вообще не понял мультика. Он подошел к валяющейся маме, она на него посмотрела какими-то запудренными глазами. Он посмотрел на потолок и остался сидеть в подвале. Офигеть. Блин, вот это круто. Вообще бомбезно. Мурашки по коже от счастья. Спасибо, ребят, за внимание, с вами был Виктор, канал Витек Плей, мы все-таки одолели эту штуку. Лайки, подписка, комментарии, все от вас ждутся, особенно если вы поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока.